Привет всем, друзья, привет подписчики канала, привет всем, кто подошел. Вот, друзья, сегодня на обзоре хочу показать такую вещь. Вот такая проблема, если у вас у кого-то возникает, вот стираются вот эти обозначения на клавиатуре. Вот такая клавиатура, RAPA называется. Вот такой средней, как говорится, стоимости, беспроводная. Но почему-то они сделали одним цветом, что английские обозначения, что русские. Все равно вот это перепечатывание при игре, это вот все стирается, видите, да, вот это получается. Как решить вот эту проблему, вот, чтобы, к примеру, вот когда вот вечером сидишь и большой свет не включаешь, чтобы от монитора, как бы это получается, лучше было видно, что печатать, чтобы свет не включать. Ну вот, смотрите, купил я такую вещь в DNS магазине. Это клейкие такие обозначения на клавиатуру. Вот, видите, как они визуально ярко как бы смотрятся, получается. Русский, красный, черный, английский. Вот она отклеивается и на кнопки приклеивается. Вот смотрите, ASI Line называется. Наклейки на клав ASI Line. Белая подложка. Красный, черный есть. Вот наклейка на клавиатуру. Вот фирма ASI Line делает для клавиатур. Не знаю, надолго хватит, нет. Стоит эта штука всего 120 рублей. Всего 120 рублей она стоит. Чек, видите, да? Чек 120 рублей. ASI Line 120 рублей. И давайте вместе посмотрим, как это все будет происходить. Для этого, чтобы хорошо приклеилось, нужно взять в аптеке спирт. Вот спирт я взял. Вот такие ватные диски. Вот, чтобы протирать кого-то. Кнопки у клавиатуры. Давайте вместе посмотрим, как это выглядит. Открываем спирт 90%. И вот протираем кнопочки, чтобы приклеилось хорошо. Вот. Пыль везде на клавиатуре. Вот. Обычно спиртом все протираю, чтобы обезжирить, как так сказать, обезжирить всю поверхность. Но эту клавиатуру у меня на канале есть где-то, обзор видео я снимал, так что посмотрите, полистайте там. Спиртом запахло, капец. Вот. Не, по идее, на этой клавиатуре я особо-то не печатаю, мне только нужны вот эти вот кнопки W, A, D, получается B, чтобы вот в игре CSGO Global Offensives. Эта кнопка приседания, централ, это подпрыгивание, это вот оружие, как говорится, поменять, вперед, лево, право. Мне только вот эти кнопки нужны, остальные как бы по идее не нужны. Но кто учится там, вот на все придется вот это все наклеивать на всю клавиатуру. Давайте вместе посмотрим, как это все происходит. Я обезжирил все. Грязь какая-то. Вот эту штучку мы сейчас откроем. Как это открывается? Достается. Вот, вот такой пинцетик нужен, чтобы удобно приклеить. Так, ну давайте W тогда, да, возьмем. Получается, W беру. Опа, вот так вот. W, видите, да? Каким-то образом вот так, чтобы на ней. Опа, он быстро приклеивается, так цепляется. Лежит сюда, стоит вот так. Опа. Так, нет, сначала положить, мне кажется, наверное. Так, опа. Такая жестковатая такая. Сама пленка-то жестковатая. Опа. Так, что-то оно у меня, черт возьми, обезжирил, так цепляется, ну, вот так поровнее, грубо говоря, опа, наверное, вот так вот надо нажать, скорее всего, опа. Видите, да, опа. Что получилось-то, вот смотрим,
видеть разницу, да, уже как это видно. И от монитора вечером это, мне кажется, будет все равно очень хорошо видно. Так, что там дальше у нас? На A получается, FA. Удобнее, наверное, вот так положить. Вот супер, она жесткая такая эта штука, не бумага, а какая-то пленка толстая, причем она не стерется столько вот на это. Краска может только, по идее, стереться. Ну вот мне для игры получается вот. Вот так вот, вот, видите, да? Вот. Б получается, вот Б. Это оружие менять. Лево А. W. Попрыгивание. Попрыгивание, приседание. Вот в игре. Эти кнопки, по идее, мне нужны. Так, ну на D сейчас возьму. D. Опа. D, B, как обозначается почему-то. Так, опа, опа, кривовато. Зараза, кривовато. Так вот, наверное, опа. Вот супер, вообще приклеилось. Ну, видосик потом сниму, я не знаю, может быть, через месяца два посмотрим, что с этими. Как они грязные, это, конечно, будет, но можно будет спиртом протереть, ничего страшного. Так, я вот сейчас сделаю Б и у меня. Ctrl, Ctrl, Ctrl. Ctrl нету. Вот то, что есть, получается. Вот такая вот 120 рублей стоит по чеку. Посмотрите. Ну ладно, ребят, спасибо огромное, кто смотрел, кто подошел, кто подписался. Буду выкладывать еще разные ролики, ставьте лайки, а то вы лайки-то не ставите. Приходится снимать на дешевый продукт. Будете ставить лайки, канал будет больше зарабатывать. Спасибо огромное, кто смотрит, кто подписался, кто подошел. Спасибо, друзья. Всего доброго, всем пока, до свидания.